Всех велолюбителей я радостно приветствую. У нас на обзоре трек Speed Concept. Топовый заряженный аппарат для топовых атлетов, но и не только. Давайте подробнее разбираться. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, трансмиссия. Трансмиссия у нас тут SRAM Red AXS установлена. Red — это самая топовая группа с линейки SRAM. Вот. Также у нас тут установлена апгрейд Ceramic Speed лапка. Одна лапка вот эта стоит порядка 30 тысяч рублей. Полностью выполнена из карбона и керамических подшипников. Вот такая вот лапка красивая. Звезды тут не классические. Их гораздо больше, чем на классической лапке. Идем далее. Облегченная кассета тоже SRAM Red, топовая. Ну и, конечно, самая главная часть всей трансмиссии этого велосипеда является звезда. Спереди одна, второй нет, и она на 58 зубьев. Для чего делается такая звезда? Да, банально, для топовых атлетов, которым просто не нужна маленькая вторая звезда, и переключение сзади этого вполне достаточно для того, чтобы выигрывать на заездах. Также вы можете заметить, что здесь установлен у нас паук. Вот этот паук, это пауэрметр, который установлен на шатуне SRAM Red. Карбоновый шатун, очень мало весит. И байк, в принципе, тоже не тяжелый, но все-таки стоит учитывать то, что велосипеды раздельного формата, то есть разделки, и для триатлона они, как правило, весят чуть больше, чем классический шоссейник. Размер данного велосипеда M. Тут вот обозначение имеется. Вот. Сидушка Hilo Pro. Тоже для спортсмена, который занимается триатлоном. Ну и также кастомный руль. Очень мощно выглядит. Тут вот находятся кнопки переключения переключателя. Здесь у нас находится крепление под велокомпьютер Garmin. Тут вот установлено крепление. Ну и сами подлокотники. Тут есть болты для регулировки под ваши параметры. Руль у нас тут цельный, выносов с креплением нет, все цельное. Гидравлические тормоза, ну и кнопки на самом руле здесь. То есть они дублируются, здесь кнопка, они отвечают за одну и ту же функцию. И также хотел добавить, что на данном велосипеде стоит сзади карбоновый диск, как вы могли сами заметить с начала видео. Диск приносит пользу только при определенной скорости, то есть катаясь там 15 км, 25 км в час, вы не получите пользу от данного диска. Только 40-45 плюс стабильно польза будет. Вот и все. Если вам понравился данный велосипед, он пока что в продаже, но это ненадолго, так как скоро начнется сезон триатлона, в январе-феврале уже начнутся старты. Вот. Напишите нам на Авито, пока что он, опять же повторюсь, в продаже. Ссылка на Авито находится в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Всем добра, успехов!